Ну как вы? Знаете, вот всегда сегодня нас спрашивали, какая публика вам нравится. И я сказал, вот когда сидят тихо, а когда песня закончилась, громко аплодируют. Это значит, вот все хорошо. И сегодня вот именно так приятно как-то петь песни. Следующая песня называется «Праздник». А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными, плешивыми. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А что бы казалось хандрить, ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если б все были живы мы. А какая бы встреча была, если б все были живы мы. Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся. Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся?